Европа. Европа одна из шести частей света. Западная часть материка Евразия. Ее площадь около 10 миллионов квадратных километров. Омывается Европа Атлантическим и Северным Ледовитым океанами и их морями. Ее береговая линия сильно изрезана. Вблизи побережья расположены многочисленные острова. Уделет восточную и западную Европу, а последний северную и южную центра. Европу. Условная граница с Азией обычно проводится по восточному подожию Урала. Реки Эмба до Каспийского моря, Камкума Камхума и Маныч до устья Дон. Иногда в качестве границы рассматривают Курал и главный водораздельный хребет Большого Кавказа. Число золотых звездочек, образующих круг на флаге Европейского Союза в ночь суда, государств, входивших в него в 1986 году. Лилье. В Восточной Европе расположена обширная восточноевропейская русская равнина. В Западной Европе равнины и горы занимают примерно одинаковую площадь. Основные равнины – Среднеевропейская, Среднедунайская, Нижедунайская, Паданская, Парижский бассейн. Для Центральной Европы и полуостровов Северной и Южной Европы характерны Нескогорье и Среднегорье. Главные горы характерны горной системы – Альпы, Карпаты, Пиренеи, Скандинавские, Апеннинские горы Балканского полуострова. Вдоль восточной границ проходит Ура. Основные реки – Волга, Дунай, Днепр, Северная Двина, Рейн, Висла. Эти реки судоходны, некоторые соединены каналами. Крупные озера – на равнинах Ладожская, Онежская, Чудская, Псковская и другие. В горах – Женевская, Лага, Манджоре, Комо. На юге, -вост... ну, гостоке. В сухой зоне имеются бесточные, солоноватые, сильно минерализованные озера Эльтон, Паскунчак. На юго-востоке, на границе с Азией, находится крупнейшее озеро мира – Каспийское море. Климат. Климат Европы преимущественно умеренный. На западе – огоняющийся. На востоке – континентальный. На севере – материковой Европы, арктических островах, субарктический, арктический, климат. В Южной Европе, Средиземноморский, огромное влияние на климат Западной Европы оказывает теплое течение Гольфстрим и его продолжение – Североатлантическое течение. Благодаря им Европа в зимнее время аномально теплый для умеренных широт регион. Природные зоны – на островах Северного Ледовитого океана господствуют арктические пустыни. На равнинах Северного Друга сменяются тундра, тайга, смешанные широколиственные леса, степи. В Южной Европе растут суправлические средиземноморские леса. Родные ландшафты Европы интенсивно осваивались с человеком. Кстати, неузнаваемо изменились. На месте лесов появились пашни, луга, города, автомагистрали государства, население и города. В Европе расположены полностью или частично 50 государств. Ее населяют свыше 732 миллионов человек. И вода – представители европейской расы. Габиниты, приш... пришли в Европу из Индии для Африки через Переднюю Азию 5-28 тысяч лет назад. Дель, -дель века дарцы смирили кроманьонцы, а в появились в седьмом тысячелетии до нашей эры сменяли друг друга Минойска на острове Крит и Микенска. Две тысячи тысяч... тысячелетии до нашей эры цивилизация, загадочная цивилизация трусков Древняя Греция и Древний Рим. Византийская цивилизация. В Европе пережила великое переселение народов, нашествие арабов, турок, аспанов, и монголов, и татар. Оформирование европейской цивилизации появляя великие географические открытия, ренессанс, реформация и контрреформация, переворот, буржуазные революции. Свои особенности имеет российская цивилизация. Цивилизация на границе Европы и Азии, соединяющая Восток и Запад. В настоящее время основными международными объединениями в Европе являются Европейский Союз. В него входит 27 стран. Совет Европы, Содружество независимых государств, СНГ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, НАТО. Европейская цивилизация, цивилизация урбанистическая, городская. С первого тысячелетия до нашей эры просветали античные полисы. Вечным городом прозвали Рим. Шесть десять... В шестом десятый век были времена упадка городов в Западной Европе. Гроз возобновился в X-XIII веках, то есть комму... коммунальная революция. Тогда появились даже города-государства. Венеция, Генуя, Флоренция, города Ганзы. Западноевропейские города способствовали созданию централизованных государств. У них зародилась капиталистическая организация производства. В новое и новейшее время бурно растут города и доли городского населения. Города поглощают окружающие населенные пункты. Сливаясь, они найдут агломерации и мегаполисы. Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Мадрид, Эварселона, Берлин, Афины, Милан и другие. Концентрация значительного числа людей на ограниченной территории ставит города перед экологичными транспортами экологическими, транспортными, жилищными и другими проблемами.